Своим интернет-магазин Кадо. Только что мы чистили площадку автомобильную перед нашим офисом. Вот видите, еще остался снег. Это скрепер Офнер, австрийское производство. И я хочу показать, что после работы скрепером в течение длительного достаточно времени и катания на скрепере, ничего с ним не произошло. Здесь абсолютно он цел, благодаря вот этим трубам, которые проходят до фактически самого конца рабочей лопасти и составляют единое целое с ручкой. Скрепер не разболтался, не сломался, не треснул. Из-за стальной окантовки он легко вгрызается в самый жесткий слежавшийся снег. Стальная ручка достаточно большая для человека высокого роста и удобная для человека любого роста, так как скрепер скользит как санки. Как саночки, благодаря вот своей вот конструкции с такими вот ребрами жесткости. Ну и как дополнительные, да, ребра жесткости выступает цельная стальная труба, переходящая в ручку без сварки, без конца ничего. Практически. Да, фактически до конца рабочей части. Покупайте лучшие скреперы в магазине Кадо, лучшие австрийские скреперы от компании Офнер.